Евгений Мураев, будь ласка. Я хотел бы Андрею, как лидер партии «Наши», сказать. Порошенко может быть их сукин сын, но не наш. Это точно. На меня показывать не надо. Не мой, Женя, не мой. Я имел в виду Заокеанский. Дорогие друзья, ну, во-первых, я считаю, что это абсолютная глупость. И Конституцию превращают в дешевую девку, потому что провластное большинство, имеющее совокупный рейтинг доверия украинцев ниже 5%, будут вносить в документ какие-то изменения в основной закон Украины. Второе, это абсолютная глупость. Но вот если вы хотите к кому-то в гости, и даже закон примите, что вы туда хотите, а если вас в этих гостях не хотят, и откровенно вам об этом говорят, что вы не будете ни членами Евросоюза, ни членами НАТО, но скажите, это выглядит по меньшей мере ущербно и жалко в глазах наших стратегических партнеров. Второе. Зачем это нужно Порошенко? Они же подогнали. Ну, во-первых, я вас уверяю, что курс в НАТО был выбран в обмен на легитимизацию незаконного прихода к власти в 2014 году на крови. Антиконституционного. Но это весь вопрос. Мир, вернее, Соединенные Штаты сказали, опа, мирная демонстрация. Ничего, что захваты зданий, ничего, что сотни людей погибло, что тысяча милиционеров пострадала. Мирный протест, потому что так решили в США. Обратите внимание, как они решали в Европе, да? Как они реагировали на противодействие полиции. Очень жестко, в десятки раз жестче. Но если Америка поддерживает, это делать можно. Так вот, что я хочу сказать по поводу НАТО. Да, именно НАТО стало причиной, вернее, устремления в НАТО, аннексии Крыма и конфликта на востоке нашей страны. И если эти негодяи примут это решение, не имея мандата украинцев не на государственном национальном референдуме, а своей жалкой кучкой жалких воров в стенах парламента, мы никогда не вернем назад Донбасс и Крым. В первую очередь, потому что там живут люди, которые категорически всегда выступали против интеграции в Евросоюз. Можно? И НАТО. Негодяю, это дайте слово. Второе. Если можно, я быстро закончу. Вы вместо меня говорили. Порошенко сыграет гениальную партию. Да, он сыграет, как обычно, в свой чужой. А давайте посмотрим. Будет же так. Если не за НАТО, значит за Россию. И они все, как зайчики, начнут голосовать. Смотрите, как они гениально Тимошенко втянули. Я думаю, на кусок электората, да, электоральной любви, потеряла на Юго-Востоке. Ее обвинили сразу в сотрудничестве с Путиным, с Медведчуком, и бабах, сразу плакаты. ЕС, НАТО и все остальное. Они все играют под его дудку. Но чем это плохо нам? На них мне уже все равно. Я думаю, мы их в следующем парламенте никого не увидим. Но в чем беда? Еще раз говорю, если действительно будет принят такой закон, мы не сможем реинтегрировать Донбасс и поднимать вопросы Крыма. Второе. Совершенно недавно Пфайфер, это бывший посол США в Украину, сказал одну вещь, что НАТО совершенно даже не рассматривает Украину в своем составе, потому что если в понедельник Украина, попытаюсь дословно, вступит в НАТО, то во вторник это будет означать войну между Россией и НАТО. Именно Франция и Германия в 2008 году заблокировала план по постоянному членству Украины в НАТО. Потому что они не хотели терять взаимоотношения, не хотели вступать в конфликт с Российской Федерацией. И следующее. Вы все забыли о Венгрии, да? В преддверии Томаса, военных положений и всего остального. Это страна, которая блокирует все наши евро и НАТО устремления за закон об образовании, за лишение права этнических венгров получать образование на их языке. Вы помните? Они до сих пор блокируют все инициативы. И больше того, никому не нужен слабый партнер. И третье. Даже если через 20 лет нам это пообещают, очень серьезный, во-первых, может не быть уже Евросоюза. Мы видим Brexit, мы видим настроение Frexit, мы видим настроение, да, в Каталонии и везде. Это серьезная дискуссия, и Евросоюз себя не оправдал. А военный блок, действительно, все эти жилеты и волнения в Европе могут быть связаны с тем, что они серьезно озадачились созданием военного блока под названием ПЕСКО, в который войдет 26 европейских стран.
которых не устраивает, они же молчат все о НАТО. Это в основном американские базы по всему миру, которые входят, а потом никакой метлой не выгонишь, которые контролируют, по сути, финансовую систему и систему военного противостояния. Зачем нам это? Зачем нам быть передовой? Нам надо быть не блоковым, нейтральным государством и работать со всеми. Экономики рост сделает нас равными. Экономики рост сделает нас сильными. Они нас свергают в постоянное противостояние, потому что другого предложить не в состоянии.